последствия прививок разные бывают, дети инвалидами остаются. Кто за это будет отвечать? Поэтому мой лозунг такой, что власти отвечали за последствия прививок. Обследовали детей должным образом на аллергены, на восприятие организма человека, ребенка, тем более компонентам, из которых состоит эта прививка. За это и стоит. Спасибо. Мендей бунсулизин на сутизин. Сизин не потула школа гдиле? Гидерле. Вакцинала вар ми, йок ман? Йок вакцинала, ама гидерле. Школа, билмем, ветеадорын жоғызы. Эпсизин белли олыш келерадор практикам, бракмискам. Шиндака гиттілер ме? Гиттілер, шиндадан гиттілер. Дургутмадыла ич ме? Дургутылар, дурду вирасейді, сорым гене гиттілер. Чок сау. Мы в школу не ходим, нам 7 лет, но нас в школу не допустили. Сказали, что без справки о недостающих прививках мы не имеем права посещать. И как бы пока вопрос не решен, мы протестуем. Мы не согласны с этим, но надеюсь, Конституционный суд примет правильное решение. И эти статьи о дискриминации наших детей, о правах наших детей как бы не будет. Спасибо. У меня плакат «Дети – это святое». Что я могу сказать по этому поводу? Дети рождаются в мир чистыми, совершенно чистыми. И почему мы допускаем, сами родители, чтобы наших детей, в наших детей вводили какие-то, можно сказать, химические вещества, народные тела. Почему мы сами даем своих детей на уничтожение? Второй плакат – это Конституция для всех одна. И мы за то, чтобы Конституция приняли правильное решение, чтобы дали право каждому родителю делать свой выбор. И каждый родитель, как сумел родить этого ребенка на свет, сумел вырастить. Также, чтобы дали право каждому ребенку получить образование.